Добрый день, находимся в Вьетнаме, в Нчанге. Приехали отдохнуть. Вот уже бородой я оброс, как Крылов Дмитрий, в непутевых заметках под него кашу. Вот идем сейчас на рынок. Прикупить магнитики купили. Ну, цены не написаны, будем пытаться изредка спрашивать главы. Халатики шелковые. Ночной рынок, он не очень большой. Работает, я не знаю, со скольки, но допоздна. Вот такие вот магнитики купили 6 штук по 45 донтов, 90 рублей. За 300. Значит, дай померю, померю. Ремни. Дай померю. Тут мы не ходили. Чемодан. Большой чемодан. Тут цены надо торговаться, поэтому бесполезно спрашивать. Я назову, если цену мне скажут 200 сейчас. Это... Я вот не пойму, что тут написано. 3. Цена это или что? Вот маску, не помню, какой у вас тип они привозили. И привозили ли вообще? Ну да, какую-то страшилу вьетнамского. Привозили? Угу. Какую? Не знаю. Дай-ка.